Привет, с вами Инна. Сегодня за кадром показываю вам празднование Нового года по восточному календарю, которое каждый год совершается в Сан-Франциско. Это очень зрелищно, очень масштабно, очень красиво и весело. Дело в том, что здесь располагается самая многочисленная китайская диаспора, соответственно, она имеет свое влияние, и здесь отмечают этот праздник именно в таком масштабе. Чайна-таун находится в самом центре города, поэтому парад, приуроченный к празднику, движется через Чайна-таун и через весь центр города. Это значит, что перекрываются все дороги, собираются толпы людей, приезжает масса туристов. Это все очень классно выглядит. Рекомендую всем побывать, у кого есть такая возможность. У меня очень много материала, я постаралась его уместить в это короткое видео. Дальше стемнеет и качество видео упадет, но я надеюсь, вам все равно понравится. Я для вас старалась. Поехали!